Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня наш сюжет посвящен винтовым сваям и их производству. Поговорим мы сегодня о бурозавинчиваемых винтовых сваях сечением 89 мм. Мы видим, как изготавливают одну сваю, но их потребуется гораздо больше, поэтому раскроенные заготовки ожидают своей очереди. Сейчас мы можем наблюдать, как делается заостренный край сваи. Изначально трубу раскраивают, а затем сваривают части, формируя конус. Мастер изготавливает сваю длиной 2 метра. Толщина стенки трубы здесь 3,5 мм. Естественно, после сварки остаются швы. Сотрудник в обязательном порядке зачищает их углошлифовальной машинкой. После этого останется сделать спиральную навивку и окрасить сваю. С противоположного конца есть пара монтажных отверстий для завинчивания вручную. Кстати, на нашем канале смотрите видео с созданием свайно-винтового фундамента для дома. Там сваи закручивались именно вручную. Ссылка на это видео уже есть в описании. А теперь вернемся к навивке. Она выполняется из металлической спирали и доводится до самого острия винтовой сваи. Длина навивки в нашем конкретном случае составляет 95 см. Но это может быть и 35, и 65 сантиметров. Металлическую спираль приваривают по всей длине ее с двух сторон. Среди преимуществ данного вида винтовых свай можно выделить возможность применения на участках со сложным рельефом и более легкий процесс ввинчивания. Идеально, если есть возможность предварительного бурения ямобуром. Вообще, свайный фундамент позволяет сохранить существующий ландшафт. Здания на нем можно возводить рядом с жилыми массивами, а сроки монтажа при этом достаточно короткие. We'll be right back.
Следующий этап – грунтовка изделий и покрытие их алкидной краской. Кроме этого, винтовые сваи могут обрабатывать полиуретановым покрытием. Оно продлевает срок службы сваи. Например, свая с эпоксидным покрытием простоит 50 лет, а с полиуретановым – все 80. Компания ВЭС Украина самостоятельно производит винтовые сваи и оказывает услуги по их монтажу и обвязке. В ассортименте достаточно большой модельный ряд свай. Ознакомиться можно на официальных сайтах. Ссылки в описании. А еще я приглашаю подписаться на канал. Еженедельно у нас появляется несколько новых видео с продукцией, ее использованием и изготовлением. Поддержите нас лайками и комментариями. До скорых встреч!